представляем вашему вниманию аккумулятор для источника бесперебойного питания от компании DTECH. Высококачественный свинцово-окислотный аккумулятор ИБП охранных и пожарных сигнализаций телекоммуникаций сможет поддерживать автономную работу вашего оборудования намного дольше. Является незаменимой частью любого оборудования питания. Благодаря новым технологиям изготовления в батарее отсутствует эффект памяти. Обратите внимание, что один и тот же аккумулятор может подходить к различным видам оборудования. Номинальное напряжение 12 вольт, а номинальная емкость 4,5 ампер-часов. Вес составляет чуть более 1,5 кг. Максимальный ток заряда 1,35 ампера, а максимальное напряжение заряда от 14,4 до 15 вольт. На этом наш видеообзор закончен. Подписывайтесь на наш канал.